not. Что-то долго их нет. Может, заблудились? Они уже 20 лет возят дрова по этой дороге. С чего бы им сейчас заблудиться? Может, взгляды похитили? Дедушка говорил, они когда-то жили в этих лесах. Я бы вот хотел, чтобы меня дриады похитили. Дурак ты. Ты хоть знаешь, что они делают? С чем пришел? Покажи мне свои товары. Бывай. Голос у тебя седой, а на друида не похож. Шевелись, плотва.
Здесь стоит осмотреться. Что умеешь? Пошла. Шевелись, плотва. Сейчас.
здесь гнездятся гарпии. И видел чертежи. Необходимо собрать дракарный. Рори, не жри столько. Это еще почему? Потому. Красивые мечи. Но по мне лучше добрый топор. Тоже вчера был. Вчера мы наделали дел. Ярлу представьтесь. Он здесь властвует. Тоже вчера мы... Сейчас я окончу твои страдания. Вперед, плотва! Ну, стопишь ты, наконец! Ну,
пошла. О, смотри под ноги. А это еще кто? Не сразу. В чем дело? Я отыскал вашу пропажу. Кулию? Да будет благословенна Фрея, где ты его нашел? На севере острова, у кладбища китов. Не спрашивай, откуда он там взялся, это долгая история. Во всяком случае, насчет воров не беспокойся, они уже никогда не будут красть. Ты заслужил награду, а я еще и от себя кое-что добавлю. Если бы Кулио не нашелся, мне бы пришлось смыть этот позор собственной кровью. Шевелись, плотва. Ты! Ну, вчера мы наделали дело. У меня здесь все. От обручей для бочек до мечей. Но надо полагать, тебя интересуют только мечи. Ну, показывай, что у тебя там. Прощай. Попутного ветра. Похоже, зареганец. Где
тебя там пятно на руках, чтобы в лес не ходил. Мы обидели духа леса, Свен. Вот он и мстит. Он говорит, что мы свернули со старой тропы. Мы его обидели. Эта тварь уже пятерых убила. В гробу она видала тропы, просеки, тебя и меня. Это ёбаная тварь из ёбаной чащи. Ребра раздроблены. Сильный он, этот ваш дух. А? А ты кто такой? Я решаю проблемы, и если мы договоримся, могу решить и вашу. Он ведьмак, наемный убийца. Тут люди живут порядочные. Нет тебе у нас работы. Ты уверен? Эта тварь агрессивна и очень сильна. Я могу вам помочь за определенную плату. Отличный подход. Делай свое дело, ведьмак. Думаю, мы договоримся. Вы говорите, что чудище вам мстит. За что это? Наши деды охотились копьем и ножом. Духу леса нравилась такая охота. Он позволял нам жить спокойно, и мы никогда не знали голода. Раньше он тоже убивал. Сколько ребят погибло, стараясь стать охотниками. А теперь все наши охотники сгинули на войне, и бестия стала еще кровожаднее. Мы анкрайты. Мы платим жизнью и кровью за то, за что другие платят золотом. Мы рабы страха, который подкармливают слепые дураки вроде тебя. Это наш лес. И самое время покончить с чудовищем. Ясно. То, что у вас проблемы с чудовищем, я понял. Я только не уверен, что вы хотите ее решить. Хотим. Заходи ко мне. Обсудим цену за голову бестии. Беседы над трупом мне вполне хватило. Теперь я хочу осмотреться и понять, с чем придется иметь дело. Не совершай опрометчивых действий, убийца. Еще не поздно вернуть старый уклад. Я разберусь, что делать. На всякий случай, начинайте собирать деньги. Что-то вы плохо выглядите. Зайдите-ка в корчму, хоть меду выпейте. Следы. Интересно, куда они приведут. Тонкие и глубокие разрезы, словно бритвой. Чтобы раздробить кости, нужна недюжинная сила. С таким нет смысла мериться мускулами. Точил когти. Или просто метил территорию. Это леший. Самец, очень старый. Зараза. Похоже, он выбрал кого-то в деревне.
Вижу, друзей у него было немного. Теперь люди не хотят смотреть на такую смерть. А в былые времена... Помню, когда я был маленьким, Лугас Заячья Губа пошел в набег на нашу деревню. И встретили его тут тишина и туман. Я едва видел моего отца и его братьев. Они за деревьями залегли. Они отлавливали одного воина за другим. А когда окружили Заячью Губу... Ох, лучше бы он встретил духа леса. Ваш дух — это очень старый леший. Он опасен, но, скорее всего, я с ним справлюсь. Справишься, значит? Но это он сделал нас непобедимыми. Он превратил нас в великих воинов. Может быть, я неясно выразился? Дух леса — чудовище. Если его ударить мечом, он истечет кровью и умрет, как ты или я. Он — нечто большее. Благодаря ему леса полны зверей, а наши женщины рожают сильных детей. По милости духа леса мы стали лучшими охотниками на островах. Не каждый мальчик, который должен стать охотником, переживает священный ритуал. Это правда. Но разве ведьмаков делают иначе? Когда мы стояли у дерева, ты сказал, что есть другой способ сдержать лешего. Нужно вернуться на старую тропу, войти в чащу с ножом и копьем, провести поединок на равных и показать, чего мы стоим. Это ему понравится. Наши предки оставили в лесу камень примирения. Они возложили на него дар из охотничьей добычи и тем самым заключили договор. Сделай то же, что и они. Ступай на юг вдоль ручья, пройди испытание духа и принеси ему жертву. Сожги в священном месте волчьи сердца. Я испробую твой способ. Если он не сработает, я просто убью духа. Ты рассудителен. Дух будет подвергать тебя испытаниям, но не сгибайся. Если сумеешь возобновить перемирие, возвращайся ко мне. Тогда уж я золота не пожалею.